Добрый-добрый-добрый вечер, дорогие друзья. Подключаемся ко второй части нашего четвертого выпуска Retro International. Команда ЕГЭ против команды Vici Gaming. Это 14-й год, это финал узоров и битва за выход в гранд-финал, где будет рубка за колоссальные деньги, огромнейшие. На тот момент рекордные. Понятно, что сейчас уже призовые за первое и второе место будут повыше, потому что компендиум с его продажами и вообще деньги, которые крутятся вокруг International, и призовые уже перевалили через 13 миллионов. 13 миллионов долларов — это прям, даже я вам больше скажу, не просто 13 миллионов, а 13 миллионов 617 тысяч. То есть громаднейшие деньги, которых большинство дотеров, не считая команды Ньюби, например, Vici и ЕГЭ, просто в глаза видеть не видели и не знают, сколько это. И на пальцах вам не смогут показать и объяснить, сколько это и на что их можно потратить. Так вот, ЕГЭ на тот момент сражались с Vici Gaming, будучи уже отстающими в данном противостоянии, вышли на второй матч. По пику команда ЕГЭ мне было, например, крайне симпатично. Во-первых, у них все были плотные, никого тут не зацепишь. Тут даже саппорты были настолько плотные, что не пойми, что с ними делать. Что надо было делать с алхимиком, саппортом команде Vici Gaming, в общем-то, не ясно. Если разве что успеть дать ему ульту Дума, но тратить ульту Дума на саппорта алхимика, согласитесь, немножко неправильно. Universe фармил на Faceless Wide, саппортил на алхимике PPD. Тот саппорт, который в Глэйде становится у нас еще и суперкерри. Зай на Энигме отправился в лес. Центральная линия от Артизи на Вайпере. И Мейсон на Вивере пошел фармить сложную, причем пошел делать это в соло. Роти Кей и вслед за ним вся его команда выходят на Т2. Юниверса увидели. Юниверс, разумеется, тоже их увидел. Сразу же вкачивает таймволк и просто отсюда уходит. Команде ЕГЭ надо было что-то менять, потому что то, с какой стремительностью они проиграли первую игру, ничего хорошего, конечно, не предвещало команде ЕГЭ. Разумеется, если бы вторая игра пошла таким вот образом, то проиграть несколько миллионов долларов просто за полчаса, согласитесь, это даже как-то и неприлично было бы. И команда ЕГЭ тут взялась за ум. Почему третью катку не додавила, непонятно. В общем-то, они были достаточно в хорошем, на хорошем ходу. Интересные и яркие, вот, не додавили. ВГ, правда, оказались сильнее, но не в этой игре. Эта игра будет за командой Evil Geniuses, и давайте смотреть, как, собственно, все это будет протекать. Что вообще, как бы, на экране происходит, на всякий случай объясню. Это 2015 год, это 14 июня, а мы комментим матч 2014, августовский матч, который давным-давно прошел, и просто комментим, не комментим, а... разбираем данный матч, пытаемся разобраться в стратегиях и в пиках, и что было в том году, чего в этом году мы уже не видим, по крайней мере сейчас, на данный момент, в преддверии International. Драгонайт на мидлейне от Супера и Вайпер от Артизи. Был Вайпер еще какое-то время в пиках, на мидлейн так точно был. Вот, ну, в принципе, это все где-то на инте и закончилось. Супер на ДК. ДК тоже ближе к International от той же команды Na'Vi возвращается в мету. Дэнди играет у нас на Драгонайте. Вот, и ДК мощный, серьезный. Клейте, разумеется, хороший такой плотный керри. Ну, здесь Супер стоит против Вайпера. Не самая удобная цель. Вайпера так особенно и не продамажишь через коррозив скин. Все и выйдется. И Вайпер с нормальным рейнджом атаки, с нейротоксином, который позволяет, в общем-то, издеваться вообще над своим соперником и фармить легко. Естественно, цель не самая легкая для Драгонайта. Роти Кей на Думе пошел в соло стоять сложную линию, чтобы подъедать крипов в лесу, чтобы нормально, в принципе, чувствовать себя на линии и зарабатывать при этом деньги. Потому что если не Роти Кей, то кто бы вообще пошел на сложную линию, кто нормально бы отстоял? Роти Кей еще и отводы на собственных крипах делает, и фарм, пожалуйста, и линия пушится от команды ЕГЭ. В общем-то, тут все нормально со скинловым у Роти Кея. Линию немного пришлось команде ЕГЭ отпустить, потому что тут самый хитрый вообще капитан команды Vici Gaming. И достаточно комфортная ситуация для Дума.
ВГ в свою легкую линию опять поставили Сайлора, но на этот раз Сайлор на Nature's Prophet стоит не соло. Он стоит с Фенриром и стоит с FY'ем на Ancient Operation. Против них в соло стоит Мейсон. И Зай в это время с Эдолонами отправляется у нас на Ancient'ов. Поймали ротики. У PPD есть, если что, банка, но... Она вот только-только первого левела, и, в принципе, сейчас много дэмэджа ротики не нанести, да и у Юниверса с руки такого количества дэмэджа, чтобы подстопить ротикея, не имеется. Сделать он это не может. Супер, на мидлейне 7-2, против него Артизи 16-6. Ну и по фарму, конечно, Артизи здесь выигрывает, но это неудивительно. Артизи, по идее, должен супера наказывать, как, собственно, это и происходит на линии. Ну и сам проседать по ХП не должен. Пока что коррозив скин не качал. Я думаю, что дальше Артизи в один все-таки, ну, где-то качнет данный скилл. Трипла внизу. FY, Фенрир и, конечно же, фармит Сайлор. Конечно же. Мейсона, кстати, здесь особенно-то и не трогают. Да, Мейсон близко не подходит, чтобы его трогали. Но факт остается фактом. Мейсона ни разу еще не убили, даже не зацепили. Вот. То есть, с одной стороны, это хорошо, конечно, для команды Evil Genius. С другой стороны, Мейсон вообще не получает фарма. У него 2 на 1 крипстат, и стоять ему здесь, ну, просто так даже и неинтересно. Тут под тавером, под своим, может как-то еще и побегать по манси через Шукучи. Все равно при этом крипы ему не достаются. И Артизи просто... изгоняет здесь супера, заставляет его бегать за рунами. У Артизи банки, по-моему, нет. Нет, у Артизи нет банки, она ему, в принципе, не нужна. Зато у Артизи уже есть тапок, у него есть Ring of Aquila, у него нормально так с руки. Когда появится Viper Strike, то, понятное дело, что супер вообще тут не сладко будет. Да и сейчас Артизи через Poison Attack третьего левела, через нейротоксин второго левела супера постоянно дамажит, накаляет, и это позволяет еще и нормально держать линию вайперу, спокойненько так выфармливать все необходимое. 29 на 11 для Артизи, он тут и правда на 5 с плюсом отыгрывает. А что это и чье это? Нам же не покажут, конечно, кто это, что это, чье это. Курьер ЕГЭ, насколько я понимаю, именно. ЕГЭ в любом случае выигрывают почти 1000 по золоту и порядка 600 по экспириенсу. Ротикей на думе 14 на 2. Врывается на него Юниверс. У Юниверса еще нет 6-го, но у Юниверса есть Орпов Веном. Он просто загоняет Ротикей. PPD уже раскручивает Unstable здесь. Заряжает у нас в Ротикей под ноги ему еще и Acid Spray, и это ФБ. Но ФБ делают в другой стороне. Vengeful Spirit забирает у нас таки Вивера. Команда Vici Gaming зарабатывает больше денег в этом моменте. Они поднимают деньги за ФБ. А команда ЕГЭ хоть и забрала ротики, но при этом потеряла своего оффлейнера. Ну, вот такая ситуация. 750 по голде ЕГЭ. И более 1000 тоже в пользу злых гениев американской команды. Команда, еще раз повторюсь, призера 4-го интернешнала на данный момент из разыгранных денег. Это максимальные, максимальные призовые за третье место за всю историю вообще, наверное, киберспорта. Артизи настреливает по супер. Вайпи страйк по нему. И что, Артизи? Артизи готов, в принципе, драться дальше против ДК. Но ДК уже у нас на хайграунде. В итоге Артизи проюзал вайпер страйк, просто чтобы немножко как-то охладить у нас Драгонайт. Драгонайт уже фуловый. И Фенрир подходит у нас к Артизи. Сайлор прилетает сюда, в деревьях стоит Сайлор. Его Артизи не видит. Сейчас разорвутся деревья, вылезет Сайлор. И все, и началось. Артизи видят, но Артизи просто у нас уходит в кусты. Артизи здесь файтиться не собирается. Командович и Гейминг примерно по тому же плану действуют, что и в первой игре. И понимают это прекрасно. ЕГЭ, они уже здесь. Юниверс 6-го левела. У Юниверса уже есть хроносфера, даже 7-го. Сайлора тоже развалили. PPD на месте и... 3-1 становится счет, даблкил для Юниверса. Фейслесс Войд от команды ЕГЭ отыграл тут прям молодцом. Ну и Артизи, конечно, тоже не сплоховал. Ну что, команда ЕГЭ дает понять Vici Gaming, что так как в первом матче уже не будет. И не будет по одной простой причине, что ЕГЭ достаточно быстро
научились, и повторять своих ошибок, ну, было бы просто глупо, нелепо. И может быть и так, но правда, куда такие вот принципы делись в третьем матче, непонятно. Ну что, Думанат забирает Вивер. Еще раз умирает оффлейнер команды EGA Mason. Дважды отправился в таверну, и все фраги, которые сделала команда Vici Gaming, это все на нем. Ротик ей пришел просто мстить за то, что с ним сделали сложные игроки команды EGA, и в частности Universe. Ну что, Мейсон осмелел. PPD недалеко. Мейсон вгрызается в Сайлера. Пошел Сворм. Сворм первого левела. Шукучи третьего. Полетела банка в Сайлера. Сайлер развалился. И Ротике тоже будет здесь гнать Мейсон. Должен, по крайней мере. Думаю, еще долго не будет. Ну, насколько мог отогнать, настолько Мейсон и отогнал своего оппонента. Счет становится 3-4. Команда ЕГЭ впереди. Впереди не только по фрагам, но и по золоту, и по экспириенсу. 1500 и 2000... соответственно. Что, 8.5 минут сыграно по нетворсу. Давайте посмотрим, кто вообще у нас как себя чувствует. Faceless Void на первом месте у Юниверса. Не поверю, что это все, что у него есть. А ну-ка, Курьер. Нет. Это не его. Да, Faceless Void у нас запакован полностью. Но у него 780 еще на руках есть. Сейчас у Юниверса появится. Я думаю, что мом, и можно будет нормальненько раздамаживать в этом файте. Кстати, сколько же тогда стоил мом? По-моему, не 900, сейчас глянем. По-моему, 1000 стоил тогда рецепт на мом. Это сейчас эта лавка, которая нынешняя, имеет визуальный вид. Ну и смотрим. 900 голды, Universe ничего не покупает, значит, будет ждать 1000. Интересно вообще просто, как Dota современная показывает вот эти вот истории прошлого. Видите, да, рецепт 900. У него 1000. Он покупает рецепт на Mask of Madness. Так и есть. Так и есть. Помнит-то глаза. Ну что, еще раз. Дела у нас вокруг Мейсона крутятся. Но на этот раз не Вивер жертва. На этот раз Вивер забирает у нас Сайлер. Напомню еще раз, что к тому моменту команда... в прошлой игре к этому моменту, к 10 минуте, к ее окончанию, команда... ЕГЭ уже спушило 4 тавера. Они уже заходили на хайграунд. Уже тут дамажили его и издевались над ним. Так, а что с тавером? Да тут не только тавер. Тут все тавера летают. Вот такая дота. Это 2014 не вывозит. Я так понимаю, опустили, видимо. Сам хайграунд. Ну, возможно, возможно. А ну-ка. Интересно мне глянуть здесь. Здесь по-прежнему нет хайграунда, то есть тогда еще ХГ вот здесь вот на фонтане не имелся. То есть был вижен абсолютно свободный, поэтому тогда можно было и под фонтаном зажать без проблем и просто издеваться, если у тебя преимущество достаточно плотное. Вряд ли это было бы на интернешнале, потому что тут ГГ написал, и все, игра закончилась. Да вообще в любом турнире, но факт есть факт. У Артизи уже есть после Аквилы ПТ, и для него, в принципе, тут еще 1000 с копейками на Меку требуется. Он, я думаю, что в этот артефакт все-таки пойдет. Вот PPD уже. PPD с Acid Spray'ем третьего левела. PPD через этот Acid Spray вот с эншотами разбирается просто на 5 с плюсом. Что, ульта аппарата у нас быстренько зашла в Вайда. Юниверс отправляется в таверну. 280 за него заработали. Сайлер будет ловить у нас Артизи. Артизи пытаются поймать. У Артизи есть телепорт. Улететь Артизи никто отсюда не даст. Во-первых, тормозят немножко его. Во-вторых, встанет. В-третьих, понятное дело, что и закрывашка у нас от Сайлера достаточно полезная была для команды Vici Gaming. Счет становится 5-5 по голде. ЕГЭ проигрывают порядка 2000. С 4 они до 2 скатились. По экспириенсу за последние минуты 2 они уступили. Ну, 2.5 где-то, может быть, 2 уступили своим оппонентам. И кажется, что ЕГЭ опять у нас наступает на те же грабли. Но по героям, конечно, ЕГЭ тут укомплектовались на 5 с плюсом. Vengeful Spirit приобретает себе фейсбуцы и Фенрир с фейсбуцами, с Magic Wand'ом, Healing Self. Откуда столько денег? Вроде предпоследний у нас Фенрир, а при этом так неплохо затарен. Ну что, врывается у нас Universe, врывается на Сайлера. Должен, в принципе, сейчас забрать.
И PPD отсюда уходит. PPD, кстати, жертвой может стать. Рутикей, правда, дальше не пошел, но могли бы поймать у нас PPD. PPD тут, мягко скажем, повезло. Ну и вообще, команда ЕГЭ на тот момент, еще раз напомню, была в одном шаге от вылета из турнира. И в одном шаге от того, чтобы так и остаться на третьем месте, без шансов на выход в гранд-финал и встреча с коллективом Ньюби, с командой Xiaoeid на тот момент и борьбой за основные деньги. Поэтому тут играли, я так понимаю, на не, пускай и не на мандраже, конечно, но на максимальной концентрации. Что либо здесь додавить, если и в третьем матче попытаться что-то выиграть, либо как бы можем сейчас уже заканчивать. 2-0 проигрывать в битве за третье место даже как-то несерьезно. Понятно, что команды выходили примерно близкого уровня. Ну и вообще ЕГЭ тут взялись с умом за все, что только можно. Взяли у нас как саппорта для PPD Алхимик. Алхимик через Acid Spray тут с крипами разбирался. Алхимик вообще у нас Клейте выйдет достаточно серьезного, достаточно серьезную машину для убийства. PPD, не только PPD, а вообще любой саппорт Алхимик. Это вещь такая, как саппорт Свен, вот так и саппорт Алхимик. Вроде бы и саппорт, а вроде бы и Алхимик. Ничего ему не скажешь. Ну что, Зай ловит у нас ульту аппарата и ловит ее Мейса. При этом еще и Рутикей немножко настрелял на Зай. Зай, в принципе, может отходить в лес. У Энигмы уже есть Мека, у него есть ПТ, у него есть Soul Ring. А вообще, давайте сборки смотреть. У Вайпера появляются необходимые вещи для барабанов. Рецепта на барабан у Артизи еще не имеется. Faceless Void, 1000 голды после появления Mask of Madness от Universe. Немного, мягко говоря. Минуты 3 назад мы на него смотрели. У него как раз Mask of Madness появлялся. И только 1000 нафармил Faceless Void. Это, конечно, немного. Но, с другой стороны, держится у нас в топе Universe совсем чуть-чуть. Уступает Суперу на ДК. У Супера Net Worth 6150. У Universe 5, точнее, 760. Супер тут относительно только превзошел своего оппонента. И то, я думаю, что во многом благодаря фрагу, который сделали на Universe, немножко замедлили его развитие. Ну и Драгонайт по левелу тоже, видимо, 11 с копейками. У Universe 11 вот-вот появится. Ну, для этого хотя бы крипов к Universe надо подвести. Ну и Алхимик от команды ЕГЭ собирает медальон. Когда ультимейт будет у Алхимика включен, так-то он, конечно, уже имеется. И Acid Spray промакшен, и медальон of Courage, то понятное дело, что Алхимик достаточно быстро любого развалит. Либо сам своими руками, либо при помощи еще кого-то. PPD юзает у нас Acid Spray, ну и Мейса начинает просто настреливать по FI. PPD перед смертью должен был медальон кого-то прорезать. В итоге с этим медальоном он и остается. Под Acid Spray, Ancient Operation, которого не трогали. Половину хп себе слил. Просто потерял на ровном месте Сайлер. Побежал у нас дальше за Мейсоном. Мейсона не поймать, потому что Вижен Виженом, а Шукучи и максимальный мувспид никто на таракане не отменял. У Мейсона есть ПТ, есть Ring of Aquila, с учетом того, как плохо начал Вивер. В общем-то, дела более-менее наладились. Давайте по команде Vici Gaming пробежимся и вообще глянем, что там по золоту. ВГ выигрывает по золоту 1000, а по экспириенсу 2 с копейками выигрывает ЕГЭ. Так вот, победители по золоту, те, кто больше заработали. Давайте глянем, что у них. Аркан Буцы и Мека. Есть у Рутикея 1400 сверху. Наверное, Кераса или Инвиз, или... или я даже не знаю, или что угодно. Dragon Knight. 2700 на руках, Ogre Club у Супера есть. После падения этого тауэра, в принципе, Супер уже сможет приобрести себе БКБ. Ну и в таком случае, например, Алхимику будет совсем неприятно. Также неприятно будет у нас и Enigma, если вдруг Малифейс попытается проюзать. А все это окажется бесполезно. Но, с другой стороны, кстати, не уверен вообще, что это БКБ. Нет, все-таки БКБ, да. Ну что, ульта у нас аппарата, влетает Зая. Зай тут на лоу хп, Зая могут и забрать. Зай все-таки погибает. Ancient Operation забирает этот фраг. Ну и команда ВГ начинает вести со счетом 9-7. Откидываться чем-то, отпушивать команде ЕГЭ
можно, во-первых, Шукучи, во-вторых, тот же Acid Spray. Крипы достаточно быстро умирают. Ну и Алхимик тут мало того, что роль какого-то хорошего танка выполняет, он еще выполняет роль нормального такого саппорта, который в самую грязь вообще может с головой нырнуть и там подраться. Ну там минуты три, например, поиздеваться над командой соперника. А пока его фокусят, команда ЕГЭ и сама нафокусит в ответ кого угодно. Ну и, конечно же, золото, которое Алхимик в любом случае зарабатывает. Сейчас у него еще... не выкачан грид, но чуть попозже, конечно же, появится. А дальше лес, стаки, под Acid Spray'ем все это очень быстро рассыпается. Денег ему копать тоже огромнейшее количество. БКБ появляется у нас у Супера на Драгонайте. И тут же Ротикей приобретает себе Даггер. Ну и вот мобильная уже команда ВГ. И команде ЕГЭ придется игру немного где-то затягивать. Или хотя бы немножко подстопить. Команда ВГ продолжает давить. Да, немножко медленнее, чем в первом матче. Но тем не менее, то неплохо. Юниверс ловит у нас ульту аппарата. И Юниверс рассыпается. В итоге Артизи настреливает по Сайлеру, и Блэк Холл от Зая, и Супер здесь. И Винга у нас тоже отъезжает в таверну. И минус 4 делает команда ЕГЭ в размен на одного своего керри. Пускай это мейн керри, пускай, конечно, много за вайда получила команда Вичи Гейминг, но вчетвером слиться, я думаю, что вы согласитесь, это тоже достаточно неплохой подарок своему сопернику. И сразу же появляется у Вивера Hand of Midas. 19-я минута, Hand of Midas, скажете, полный бред. Возможно, но это команда топ-3 International с наибольшими разыгранными призовыми. Я не думаю, что тут Мейсон unskill у нас, поэтому я бы ему верил. Если он считает, что есть смысл собирать Midas, тем более в игре, которую он все-таки выиграл, то я вам говорю, что есть смысл собирать Midas в любое время. Кстати, Fly на аппарате. Говорят, рассказывают все сказки, что без Мидаса, как собрать Аганим на аппарате, это невозможно. Возможно, если все хорошо с руками, все возможно. 2 килла, 45 крипов. Не очень быстро, но при этом достаточно уверенно. И Fly у нас уже, в принципе, с Аганимом. Все, покупай, приноси себе. Работает эта вещь. Я думаю, вы знаете, насколько мощно. Плюс, если это будет ульт третьего левела, понятное дело, что аппарат там расковыряет половину команды ЕГЭ. Ну и вообще, поддержка, кстати, ЕГЭ тут была побольше намного, чем Вичи Гейминг. Во-первых, я касательно интернет-аудитории. Я думаю, что по пенантам вы видите. 12 тысяч против 4800. Ну а что касается публики в зале, то, конечно, за ЕГЭ здесь болели. Американская команда, которая... Который не знал никто еще год назад, вот под таким названием так точно, которая в 2013-м, где она была, непонятно. А тут в 2014 году они основные фавориты, они претенденты на не просто на призовые, но они боролись за выход в гранд-финал. То есть могли как минимум оказаться на втором месте, а там, гляди, и ньюби. Таких степенных, ровных и ньюби, которые играют по правилам, могли бы и наказать. Возможно, но... Получилось иначе, я думаю, вы в курсе как. Ну и будем смотреть, как именно. 3000 по золоту ВГ, по экспириенсу ЕГЭ впереди. Пятерка для них. Сейчас, кстати, вот лично мне очень обидно, почему Алхимик у нас ушел из меты, тем более Алхимик саппорт, почему ушел из меты, непонятно. Я просто думаю, что брать универсальных героев, которые и в ранней игре, и в лейте невероятно полезны, по-моему, это правильное решение, и, по-моему, это решение надо почаще всем и всегда использовать. Почему стоит отрезать одного из героев, если можно взять универсального героя, который
И вначале поможет тиммейтам, и в конце будет плечом к плечу стоять с ними в строю и меситься вообще на самом высшем уровне. Ну что, PPD у нас под смоком, выплевывают бочку в супера. Ну и врывается Юниверс, здесь супер у нас под Acid Spray'ем. И Мелифейс есть тоже у нас на супере. Драгонайт отправляется в таверну, за ним Юниверс отправляется в таверну. FY с ультой. Фальт еще FY ульту не проюзал. И лучше бы проюзать FY ульту, потому что отпустить его-то отсюда не отпустят. Вот она, собственно, ульта. Забрали Вивера. Пока что файт 2 в 2. Ну и побежал PPD. PPD навалил вместе с Энигмой по аппарату. Дальше за Сайлором PPD. И, скорее всего, Сайлор отсюда уходит. Так и есть. Что, драка заканчивается со счетом 3-2 в пользу команды ЕГЭ. Они выигрывают здесь, ну, где-то 1500, я думаю, по XP тоже. Пойдут в плюс. Ну, отыграть здесь у Vici Gaming преимущество по голде все-таки стоит. 3000, при том, что ЕГЭ смотрится сильнее, я думаю, что это не проблема. Вайда уже есть Мейлстром. У него есть Огр Клаб, и Юниверс готовится выйти у нас в БКБ. Вот все это зачем? Вот зачем, чтобы нормально подформить теншитов. То здесь, конечно, без алхимика сложновато. PPD должен это понимать. Вроде как тиммейту надо помочь, но сам Юниверс решает, что ну его нафиг. Пошел я отсюда, потом кто-нибудь без меня нафармит. Так, ну что, друзья, пока у нас есть возможность сделать небольшой перерыв, я в рамках рекламы очень быстро дам вам информацию. Так вот, информация следующего характера. У нас 18 и 19 числа, это четверг, и, соответственно, пятница пройдет турнир на нашем канале, турнир, про который вы сможете почитать в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и записывайтесь на сам турнир. Запись будет проходить до конца понедельника. Вот. После этого мы организуем команды, группы, разделим вас по парам и начнем месиво плей-офф. В принципе, регламент очень простой. Регламент стандартный по вот стандартной схеме футбольной, баскетбольной, любой абсолютно. Схема четвертьфиналы, 1/8, четвертьфиналы, полуфиналы, финал. Ну и битва за третье место. Ну и там по призам вы тоже все, в принципе, сможете понять в группе ВКонтакте. Заходите, регистрируйтесь, нажимайте подписаться. Ну и оставайтесь с нами, турнир обещает быть интересным. Все, возвращаемся к данному нашему матчу. Damage. 24 с копейками минуты уже по сути сыграно. Vici Gaming выигрывают порядка 3000 по голде. ЕГЭ продолжает лидировать по экспириенсу. Ну и здесь ВГ просто огромнейшее количество денег забирают у команды ЕГЭ. Сколько здесь стакали. Все это вообще каким трудом достигалось. Приходит сюда супер. У него есть ДД, у него нормальное количество дэмэджа с руки, а именно 300. Плюс у него есть сплэш, и скорость атаки достаточно большая. Понятное дело, что для супера в драгонформе не проблема это все забрать. При этом для этого, собственно, супер у нас драгонформу и юзнул, чтобы по-быстренькому денежки отнять у команды Evil Geniuses. ЕГЭ продолжает лидировать по экспириенсу. Ну, это, наверное, до поры до времени. Потому что супер здесь где-то на пятке команде ЕГЭ наступить сможет. По золоту ЕГЭ проигрывает. Проигрывает достаточно ощутимо. У супера, кстати, по нетворсу тут вообще дела на 5 с плюсом идут. 10800. Лучше него только Сайлор на Nature's Profit. У него 11500. И только потом идет Зай на Энигме. Энигма. Это не Вайпер на третьем месте. Это не Вивер. Это не Void. Это Энигма. 9600 для Зая. Зая, которого, кстати, потом
Артити заберет с собой, заберет в европейский коллектив Secret. Там, в общем-то, будет вместе с ним катать. Ну, такая вот дружба, которая через океан даже у нас переводит двух игроков. Ну, у Зая на данный момент уже есть БКБ, у него есть Мека, у него есть 1250 по золоту, тапки всякие, ПТшки, ТПшки. Всего, в принципе, предостаточно. Ну что, пришел Юниверс. Пригорюнился, разумеется, понял, что забрали все, что для него стакал алхимик. Что теперь делать, непонятно. Буду просто по базе бегать кругами. С этим Юниверс, конечно, справляется на 5 с плюсом. Мейсон в это время с персиком, с аквилой. Есть у него Мидас, есть у него Power Threads. Ну, совсем скоро у Вивера появится Ultimate Orb. Дальше появится Линкин Сфера, собственно. А дальше уже по желанию, ну, скорее всего, я думаю, и Дизоли, и МКБ. Ну, там немного вариантов для Вивера, все хороши. Герой сам по себе универсальный, полезный. То есть все на ловкость. Это, соответственно, тебе и дэмэдж, и нормальное количество дефа. Ну и что-то чуть-чуть можно на ХП прикупить. Вот, Вивер, конечно, и так с руки наваливает достаточно неплохо прирост. Неплохой плюс этот буст в виде Джиминейт Атек, который больше ударов позволяет наносить, соответственно, и дэмэджа больше. Но тут к Виверу вообще не подкопаться, тем более к расфармленному Виверу. У команды ЕГЭ преимущество в 5500 по золоту и более 3 по экспириенсу. Странно, Артизи, PPD так медальоны не провязал у нас на Рохо. Могли бы гораздо быстрее свалить большого парня игроки команды ЕГЭ. Ну, здесь уже от Сайлера варды пришли. Отправил своих эндов на разведку. Недалеко вся команда Vici Gaming. Ротики приносит себе БКБ. У него есть Мека. У него есть Даггер. Ну и команда ВГ, в принципе, драться-то готово. По голде ВГ выигрывают 3000, по экспириенсу ЕГ выигрывают 6000. Странно вроде. ВГ фармят, ЕГ вырастает. Юниверс. Midnight Pulse под ногами у самого Юниверса. Юниверс закрывает Фенрира. Ловит ульту у нас от аппарата. Вингу забрали. И Black Hole от Зая. И все это под Midnight Pulse. И Сайлер отсюда не отходит. И ЕГЭ просто наказывают команду Vici Gaming за некую наглость. Ancient Operation у нас очень далеко. Поэтому к нему лететь смысла никакого. Ну и команда ЕГЭ я не могу вам, к сожалению, показать количество денег, которое подняла в этом файте команда ЕГЭ. Но проигрывали они 3000, а сейчас будем после обновления графика наблюдать. По XP они выигрывали более 5, сколько же сейчас будет. Но пока что дело к десятке близится. Ну и Роха потихоньку сыпется. Где алхимик? PPD на мидлейне, но пока что к команде своей не приходит. Ульта аппарат по троим. Ну и вайпер забирает Aegis. Есть у него, в принципе, для этого все необходимые полномочия. У Вайпера нормальное количество дэмэджа. Его сквозь БКБ попробуй убей, потому что коррозив скин здесь в 4 вкачан. Ну и плюс дополнительный дефплейт мейл. Не знаю, дальше, скорее всего, кираса для Артизи. Ну а дальше больше. Там уже выдумывай как хочешь. Что алхимик? Ну неплохо. Уже 4-го левела монетка. Есть медальон. В принципе, сейчас можно зайти смело в лес и в лесу выфармливать любой артефакт, кроме Аганима. Тогда Аганим не решал вообще на алхимика. То есть он мог решить какую-то ситуацию. Но по сути это бесполезность абсолютно. Это Аганим для алхимика прописан не был. Не то, что сейчас. Прописанный для алхимика Аганим — это Аганим на каждом из героев. То есть везде всегда достаточно полезная ерунда. Сайлер продолжает держать первенство по золоту. У него 12680, даже 12700. Общий экспириенс 12500 у нас для супера и 12000 у Зая. И также
12 для Мейсона. Ну и ВГ уже скромничают. Они не хотят выходить из леса, потому что только что им на линии показали, что сюсюкаться с ними никто не будет. Только вы подойдете под тавер, будете стоять на Midnight Pulse, вы будете в хроносфере у нас гнить. Ну и я вам, собственно, мы вам все расскажем. Какие дальнейшие ваши действия. Команда ЕГЭ это уже продемонстрировала. Ну и по голде Vici Gaming выигрывали 3, а в какой-то момент 3,5. Теперь ЕГЭ впереди. 2000 по золоту. По экспириенсу Evil Geniuses выигрывает уже 15000. На 31 минуте вроде бы немного, а с другой стороны какой-то уникальный счетчик. ЕГЭ проигрывали плотненько так по деньгам, при этом неплохо, даже в два раза лучше, чем их проигрыш по деньгам. Выигрывали по экспириенсу. Это, по-моему, Лоден, если не ошибаюсь, сет. Ну пока ВГ у нас жмутся просто в уголочке, команда Evil Geniuses должна фармить. Это для них первая цель, потому что... Просто потому что так надо. Если ты ничем не занят, пойди пофарми. Лишним никогда не будет. Ну что, по голде выигрывает ЕГЭ 16, по экспириенсу почти 3 в пользу команды Evil Geniuses. Супер на ДК продолжает быть грозой эншентов. Как супер оснастить, мне, честно говоря, непонятно. У него уже есть кераса. У него есть виталити бустер, БКБ. ХП у него 200. Дэмэджа вообще огромнейшее количество. Плюс 9, плюс 27. Поэтому супера убивать, я даже не знаю как. Вивер, не вивер. Будет дизоль, не будет дизоля у вивера. В любом случае, Мейсон попотеть ему придется, чтобы как-то с супером справиться. Кстати, по команде ЕГЭ. Так вот, вкратце расскажу, кто там не особенно следит, но попал на нашу трансляцию, на наш 4-й выпуск Ritter International. Так вот, по ЕГЭ там после этого International было много вопросов, как так, из команды ходит Артизи, как быть в команде Evil Geniuses, да как же, да кто же, на кого он оставляет коллектив, было непонятно. Потом появился Сумаил. И все говорят, да как Артизи мог здесь быть, когда был Сумаил, надо было раньше уходить. Все было хорошо, но то есть, что в этом хорошего, какие плюсы я вижу вообще для команды ЕГЭ? О команде ЕГЭ говорят, поэтому решения какие-то, которые принимаются в команде ЕГЭ, это вещь для всеобщего обсуждения, и все это ведет только к одному, команду ЕГЭ любят, за нее переживают, за ней будут следить и следят на 5 с плюсом. Я даже видел в русскоязычном комьюнити, паблике команды ЕГЭ, ничего, болеют, фанатеют. Пишут, официальные стримы выкладывают в этой группе. Ну, то есть вещи. Понятно, что и за океаном, и по ту, и по эту сторону команда ЕГЭ внимание привлекает. Ну и по пенантам, я думаю, вы тоже видите. 12600 для команды ЕГЭ и только 4900 для Vici Gaming. Больше, чем в два раза больше у ЕГЭ. При том, что они проигрывают. Смок от команды ЕГЭ на мидлейне. В это время у нас в лесу команда Vici Gaming решили в спину зайти своим оппонентам. Vision у Vici здесь есть, а у команды ЕГЭ ничего вообще. Что по смоку команды ЕГЭ? Пока что не вижу, чтобы у кого-то хотя бы был бутылек у нас с дымом. Фенрира есть, да. Vengeful Spirit у нас со смоком и с вардами. Ну и под смоком команда ЕГЭ выпрыгивает просто на супера. Супер юзает БКБ. По идее, Midnight Pulse дамажить не должен. Или дамажит? Да, дамажит все-таки, да. Pure Damage точно у нас
От Midnight Bursa, супер на лоу хп, супера здесь заберут. Забрали уже у нас ДК, забрали RUTK, забрали у нас Vengeful Spirit и забрали у нас Ancient Operation. Счет становится 13-22, команда ЕГЭ явно лучше дерется. У них получается это все хорошо, великолепно. Алхимик. Алхимик уже у нас 11 ассистов имеет. PPD почти в каждой драке участвует, все у него получается хорошо. PPD отсюда улетает и пошел в соло против Сайлора, деф от линии. То есть он не боится в принципе, потому что... Ну что мне сделать на Chess Profit? Ну закроет меня в спруты, я юзну, например, ульт. И под ультом меня просто команда... точнее, команда Vici Gaming, как конкретно Сайлор, просто не разберет. У него не получится. $13.22 счет, ЕГЭ, 5000 золота и 20 тысяч экспириенс. А что ж там по левелам-то тогда было? Что творилось? Мейсона оставили в покое, Мейсон фармит. Причем фармит Мейсон много крипов у него. 2 миллиона здесь уже наубивалось. Но при этом Мейсон у нас не участвует в файте. И при этом, при всем, Мейсон у нас идет в дичайший вообще сейф вариант. У него есть... Линкин сфера, у него БКБ, Мейсон тут просто обезопасился вообще до жути. Так обезопасился, что непонятно чем и как его убивать, дум на него не положить, потому что линка, все остальное не провязать. Потому что БКБ, кстати, на Chess Profit у нас Энигму забирает. Аппарат на Chess Profit и Сайлор у нас забирает в итоге Энигму. Кстати, у Профита Мьёлнир уже есть. Есть Мьёлнир, есть Хекс. Есть Оркид. Понятно, что с Энигмой здесь ничего хорошего случиться и не могло, в принципе. Хотя и Энигма по нетворцу, по количеству экспириенса достаточно высоко поднялся. Четвертое место у Зая, 14500 голда и экспириенс тоже приличный. 16 левел. До сих пор все еще первый Black Hole. Ну, это понятно, я думаю, почему. Дэмэджа Black Hole наносит немного. Вот. И... Главное преимущество Black Hole это его длительность. Чем дольше Black Hole, тем лучше. Если бы прокачка повышала бы время использования, то, конечно, прокачивали бы 100%. А так 4 секунды, что так, что так. Ну что, на супера нападает здесь Universe. Кстати, здесь просто команда ЕГЭ разваливается. Тут же байбек у нас пошел от PPD. На лоу хп супер. Команда ЕГЭ полностью все, кто умирал у нас, байбекнулись и все в погоню за командой ЕГЭ. Развалили Nature's Profit, а все остальные просто в рассыпную. ТП, 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 ТП. Все отсюда валят. У Мейсона уже есть дезолятор. У него есть линка, у него есть БКБ. И, наконец-то, с руки начинает Мейсон более-менее сильно бить. 230 дэмэджа плюс Geminate Attack. В общем-то, Мейсон здесь уже машина для убийств серьезная. Меня алхимик больше волнует. PPD... Ну, ничего так у PPD особенно и нет, кроме левела, чем, кстати, достаточно полезного и серьезного. Реген хп в секунду сотня. То есть PPD так просто и не развалить. Тем более, это все под керасой, если я не ошибаюсь, да? Да, у Артизи есть уже кераса. Это все под керасой вайпера. Плюс такой хп реген, ну, дерись не хочу. Минут 39:40. Команда ЕГЭ немножко Vichip Gaming подарила. Что золото, что экспириенса. Но, в общем-то, графики это особенно не изменило, не отразилось на них. Как выигрывали 22 тысячи по XP игроки команды ЕГЭ, так и выигрывают и по XP с 8, наверное, с половиной до 7,5 скатились. Но, в принципе, это не критично, бей не хочу. Команда ЕГЭ сносит Т2. При этом, кстати, у них-то товаров нет. Что-что, а пушить команда Vici Gaming умеет. Вроде бы и проигрывают по золоту, по фарму тоже тут. Не алло, и по XP не алло, а пушат как миленькие. Как в первой игре, так и во второй. Делают все хорошо и часто. Зай цепляет у нас Vengeful Spirit. Мелифейс пошел у нас Фенрира. БКБ от Мейсона. Линка пошла у нас в итоге в Зая. Зай Black Hole дать все-таки не сможет.
и ульта аппарата. Но при этом Артиси, Мейсон и Юниверс дерутся просто до последнего. Мейсон у нас таймлэпс, и отсюда уходить, скорее всего, придется. Юниверс тоже выживает. PPD пошел стан в Супера. Встает у нас Артизи. Супера Артизи под нейротоксином просто расковырял. В итоге Супера у нас потеряли. ЕГЭ в пятером живы. Трипл килл у нас от Мейсона к тому же. Мейсон, который просто несчастный на своей линии был. PPD танкует. Мейсону надо отсюда уходить. Через 7 секунд будет ульта аппарата. И если файт зарядит в Мейсона, Мейсон-то здесь умрет. Это даже не обсуждается. Ну что, F5 просто ждет появления Мейсона на карте. Не попадает ультой, и в итоге Вивер остается в живых. У Вивера отрегенился Health Point. Вот теперь отрегенивается по 10 в секунду порядка. А команда ЕГЭ спокойненько, пока трех нет игроков Ichi Gaming, трех нет на карте. Команда ЕГЭ спушивает нижнего и перемещается еще и на мид. Прыгает у нас PPD, выплевывает ботл. Здесь кто-то у нас постоял какое-то время. Ну и ВГ провязали глиф. Команда ЕГЭ отходит. Я думаю, что до поры до времени по деньгам тут ЕГЭ поднялись. Я думаю, великолепно вообще. Так и есть. 12,5 тысяч команда ЕГЭ по голде. 30 тысяч по экспириенсу за 42 минуты. Как же много. БКБ пошел у нас от Финри, от Артизи. Это при этом Артизи у нас в Думе. Дум скоро-то все-таки закончится. Ульта аппарата по Артизи не попадает. От Зая. Black Hole прямо в хроносферу. А вдруг что? Ну и Супера здесь поймали. Супера отсюда уже не должны отпускать. Юниверс вгрызся в него. Супер на лоу хп. Супер отправляется в таверну. И сразу же байбек у нас пошел от Ротике. Ротике здесь. Топнул по всем. Во-первых, Варстомп еще. И, кстати, откуда здесь аура Урсы, я так и не понял. Неясно. PPD прыгает за F-Y'ем, и Мейсону просто дарит подарок. На, Мейсон, кушай. Мейсон здесь, скорее всего, эротикея развалит. Джиминейт атак здесь есть, и уходит просто Вивер. Мейсон готов просто пропушить, ну и пропушить здесь несложно. Еще одна линия, и DC спокойно пуш, и забудь вообще об этой игре. Мейсон перемещается на топ-лейн, PPD готов танковать. У него есть ульта, ульту проюзал. ХП реген в секунду 102. В общем-то, PPD может танковать без проблем. Крипы стоят на базе, поэтому можно бить тауэр, пока он не крякнет. И Вивер приносит себе еще и Тараску. Ух, этот Мейсон. Ну, тогда ЕГЭ оказались достаточно сильными. По этой комбинации они Ротики и компанию обгоняют. Вот, но эта комбинация как-то... Особенно командной не пахнет. То есть все бьют по многу такого. Если командной, то больше на какой-то СНГ комьюнити похоже. Ребята, берем героев, которыми можем драться, деремся. Вот так, чтобы сказать, сильная командная игра от команды ЕГЭ здесь была проявлена. Нет. Может быть, опять же, на фоне Ichi Gaming смотрится не совсем командно, но при этом... Но при этом индивидуальный скилл здесь реализован. Ну и появляется БКБ на алхимике. То, о чем я говорю, что вроде бы и саппорт, а вот какие-то артефакты на алхимике все-таки появляются. Хочешь, не хочешь, эти деньги все равно накапают. Даже если б я играл на алхимике за команду ЕГЭ, к этому моменту БКБ я бы себе уже точно купил. Убивают, не убивают. Acid Spray на макс, Devil's Grid тоже на макс. Ну и, конечно же, все очень просто получается. PPD. Через Acid Spray тут, в общем-то, и Супера даже немножко нормально так подбивает. Плюс деф понизили. Медальон, если на нем будет висеть, тоже Супера можно добить. Не проблема. Супера закрыли. У Зая есть уже проюзанный БКБ. Зай готовится дать Black Hole. Зай влетает у нас в толпу. Минус Сайлер, минус Винга, минус ДК и минус Ротики. Команда ЕГЭ здесь под собственным хайграундом. Данный матч все-таки
решили. Ну и все, в принципе. ГГ пишет, у нас команда Vici Gaming. Они соглашаются на третий матч, потому что в этом матче понимают, что делать им уже нечего. Ну и на тот момент... так, кстати, что-то с музычкой опять. Все нормально, в принципе. На тот момент ЕГЭ, казалось, заберут третью игру, потому что, во-первых, на плюс морали, во-вторых, просто они хорошо были подготовлены к этому ивенту. Но как случится, об этом вы увидите через 2-3 минуты после небольшой паузы, буквально перерыв, там, выпить чаю, да съесть этих мягких французских булок. И услышимся через 2-3 минуты, глянем, чем заканчивался финал лузеров 2014 года International 4. Прошлого International и пока что, вот, собственно, самого свежего из прошедших. Все, до связи, 2-3 минуты и возвращаемся к третьей заключительной части сегодняшнего выпуска программы Retro International на канале Игрокам ТВ.